пассажирский маршрут номер 7 – один из самых популярных в Щелкове. Жители обратились к главе муниципалитета Андрею Булгакову с просьбой обновить подвижной состав и добавить автобусов с большей вместимостью. Глава поставил задачу сотрудникам профильных отделов администрации округа заняться этим вопросом. В кратчайшие сроки им удалось включить наш муниципалитет в губернаторскую программу, цель которой – обеспечение жителей Подмосковья более современным пассажирским транспортом. Теперь на 7-м маршруте курсируют новые ЛиАЗы, которые заменили большую часть подвижного состава. Данный маршрут является одним из центральных в нашем городе, так как он обеспечивает транспортную доступность таких больших микрорайонов, как Финский, Богородский, Щелково 7. Новые автобусы имеют низкий пол, что удобно для маломобильных граждан. Также они оснащены системами видеонаблюдения и ГЛОНАСС для повышения безопасности и для отслеживания автотранспорта на пути его следования. Комфортный большой автобус, все помещаются с детками. Вот на дачу тоже люди едут с большими сумками. То есть я считаю это правильно. Андрей Цеханович, Валерий Жиклей, Щелковское телевидение.